Здравствуйте. Вы смотрите новости на телеканале «Первый Карагандинский». В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Караганда – цириконовая долина. У шахтерского города появилась перспектива быть не только промышленным регионом страны, но и стать центром развития цифровых технологий. Продукты питания из первых рук по сниженным ценам. В минувшую субботу в шахтерской столице на улице Олимпийской состоялась первая в этом году сельскохозяйственная ярмарка. Грипп, ОРВИ и нейроинфекции в практике врача. В Караганде обсудили предстоящий эпидемиологический сезон инфекционных заболеваний. В конференции приняли участие профессора трех медицинских вузов. В Караганде подвели итоги IT-форума, который проводился в рамках программы «Рухани Жангру». В работе форума принял участие аким области Ирлан Кушанов, а также представители отрасли информационных технологий, ученые и общественные деятели. На церемонии закрытия состоялось награждение призера студенческого хакатона. IT-форум в Караганде длился почти неделю. Масштабное мероприятие стартовало с хакатона и продолжилось выставкой IT-проектов. Последний день форума участники провели в загородном клубе в Бухаржавском районе. Организаторы решили отойти от устоявшегося формата путем создания неформальной обстановки. Форум протекал в виде интересной беседы людей, увлеченных общим делом. Аким области Ерлан Кошанов подчеркнул, что очень рад реализации этой идеи. В своем выступлении глава региона отметил, что форум стал площадкой для обмена опытом и знаниями в сфере будущего. Много мы проводим конференций, много проводим форумов. Но обычно мы их проводим в таком традиционном формате. Собрались там 2-3 часа, выступили, потом резолюции приняли, потом разошлись. В этот раз мы решили поменять формат, изменить формат. Во-первых, в течение нескольких дней мы дали вам пообщаться друг с другом, пообщаться, познакомиться, поделиться идеями друг с другом. Я думаю, обмен знаниями, опытом – это очень важно и в первую очередь для стартапов. И участники, и приглашенные гости отметили потенциал Караганды в сфере информационных технологий. Необходимо выделить, что сегодня наши земляки работают в ведущих IT-компаниях, демонстрируя высокий уровень знаний и подготовки. Карагандинские специалисты и подающие надежды молодые умы настолько впечатлили зарубежных гостей, что те, в свою очередь, предложили назвать карагандинский IT-хаб «Терриконовой долиной». Многие уверены, что индустриальное сердце Казахстана обладает всеми ресурсами для развития IT-сферы. Вы знаете, я думаю, уже многое есть, и то, что есть, идет поддержка от государства, от неправительственных организаций, есть IT-компании, есть университеты, все есть. Надо просто много всем работать и достигать результатов. Экспертов порадовали своими способностями карагандинские студенты. В течение нескольких дней молодые люди работали в команде, чтобы презентовать свои проекты. По итогам хакатона первое место и денежный приз в размере 500 тысяч тенге достались студентам Карагандинского государственного медицинского университета. Их идея была признана лучшей среди 25 остальных. Разработали сервис по поиску специалиста для заботы о близком. То есть это платформа, которая объединяет безопасных, квалифицированных медсестер и людей, которые ищут и хотят, чтобы за их родственником качественно ухаживали, но при этом не хотят переплачивать большие деньги. Как будет работать проект? Это пока что модель сайта, на котором будут вывешены проверенные специалисты, тех, кого мы можем рекомендовать, и люди, которые могут заказать их услуги. Работать будет за счет, скорее всего, как marketplace, возможно, как комиссии, ну и по привлечению аудитории. Кроме победителей, сертификаты номиналом 200 и 300 тысяч тенге вручили еще трем командам. Ожидается, что IT-форум заразит инновационными трендами рынка сотни молодых людей, а также откроет для Караганды и Казахстана в целом возможности для продвижения в мир высоких технологий. Тохжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Причины множественных гематом у 4-месячного ребенка пытаются установить стражи порядка. В настоящее время младенец находится в реанимации. По данному факту заведено уголовное дело. 4-месячный ребенок был доставлен в областную детскую клиническую больницу. Состояние девочки врачи оценивают как средней тяжести. Помимо множественных кровоподтеков, у маленькой пациентки наблюдаются и другие заболевания.
Тяжесть состояния ребенка на момент поступления была обусловлена наличием острой вирусной инфекции, плюс к этому на фоне вирусной инфекции развившемуся эксикозу, то есть обезвоживание организма, плюс лихорадка до 40. Угу. На сегодняшний день ребенок питается нашими смесями. Причину возникновения синяков на теле ребенка предстоит узнать полицейским Караганды. Заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести в отношении несовершеннолетнего». Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования. По статье 107 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан проводится расследование. Иная информация, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, не разглашается. Медики отмечают, что сейчас состояние девочки стабилизировалось, ее перевели в отделение. Ранее маленькая пациентка находилась в реанимации. Сколько еще ребенок пробудет в больнице под наблюдением врачей, пока неизвестно. Тохжан Лянова, Айдын Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Шахтерскую столицу посетил вице-министр информации и коммуникации страны Дарын Туяков. В рамках рабочего визита вице-министр встретился с преподавателями и студентами Карагандинского государственного технического университета. Целью визита является разъяснение основных положений послания президента народу Казахстана. В ходе мероприятия Даурен Шелбынович осмотрел выставку инновационных проектов и научные центры университета. Он остался доволен техническим оснащением лаборатории. По окончанию экскурсии вице-министр посетил музейный зал почетного профессора университета Нурсултана Назарбаева. И хочу сказать, очень много вопросов будет наших от студентов по информатизации в дальнейшем вузовской науки, а также студентов и так далее. Я несколько слов скажу, что в этом году в нашем городе 12 500 студентов у нас обучается на сегодняшний день. В этом году мы впервые вошли мировой рейтинг, это 4000 мировых университетов. Во время встречи со студентами Дарын Туяков сообщил о ходе реализации государственной программы «Цифровой Казахстан». Также он рассказал о деятельности международного технопарка IT-стартапов «Астана Хаб». Здесь молодежь может найти поддержку в продвижении своих стартап-проектов. По словам вице-министра, самые оригинальные и полезные проекты будут финансироваться в рамках различных правительственных программ. Сегодня я посетил выставку инновационную. Тоже очень был рад тому, что многие молодые ребята, карагандинцы, на сегодняшний день показывают хороший потенциал для роста, для того, чтобы сегодня уже какую-то нишу занять именно в части развития экономики нашей страны, в части развития отраслей. Во время мероприятия студенты получили ответы на интересующие их вопросы. Всем известно, что следующий год был назначен годом молодежи. Поэтому очень важно, чтобы молодые люди заняли активную позицию в реализации цифровых инициатив государства, отметил вице-министр. Мульдир Нурланкызы, Айдын Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде стартовали сельскохозяйственные ярмарки. Минувшую субботу в шахтерской столице состоялась первая в этом году осенняя сельскохозяйственная ярмарка. Ее провели на улице Олимпийская возле стадиона «Шахтер». Свой товар в Караганду привезли сельчане из Абайского, Актогайского, Бухаржираулского, Жанаркинского и Осакаровского районов. Здесь можно было приобрести почти всю продуктовую корзину. Мясо, молочную продукцию, яйца, рыбу, лук, картофель и другие овощи. Всего фермеры привезли более 500 тонн своей продукции. В том числе мясо 98 тонн, картошки 300, овощей 150 тонн. И продукты переработки более 100 тонн. На сумму всего 172 миллиона тенге. Одной из главных особенностей всех сельскохозяйственных ярмарок – сниженные цены. Глава города Нурлан Аубакиров прошелся по торговым рядам и поинтересовался ценами на продукты. Продавцы заверили акима, что цены приемлемы как для них самих, так и для покупателей. Вот только некоторые покупатели выражали недовольство тем, что цены, особенно на мясо, остались практически на том же уровне, что и на рынке.
Немного цены все-таки завышены, хотя говорят, что да, они снижены. Вот, например, говядина. Мы смотрели в Бухажиравском районе, Нуринском районе, 1300 написано, а говорят, это 1500-1400. А почему тогда не написано, это не могут сказать. Стоит отметить, что сельскохозяйственные ярмарки в регионе проходят регулярно. Жители Караганды не только радуют доступными ценами и качественной продукцией, но и угощают кумысом и баурсаками, а также развлекают концертной программой. Следующие ярмарки Ауыл Береке состоятся 27 октября и 10 ноября. Андрей Тенжас, Улан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Казахстанские и зарубежные врачи обсудили тему гриппа, ОРВИ и нейроинфекции в практике врача. В Карагандинском государственном университете прошла научно-практическая конференция, в которой приняли участие преподавательский состав вуза, а также медицинских университетов Астаны и Ставрополя. Актуальные темы по эпидемиологической ситуации, связанные с гриппом, ОРВИ и менингококковой инфекцией в мире и в Казахстане, обсудили участники научно-практической конференции в Государственном медицинском университете. В качестве слушателей выступили врачи-терапевты и другие специалисты первичного звена медико-санитарной помощи. Особое внимание уделено вопросам актуальности вакцинации. В эпидемический сезон по гриппу и другим острым вирусным инфекциям хотелось бы сказать, что вирусные инфекции являются также этиологическим фактором. Значит, для возникновения уже других форм менингита, это серозного менингита, поэтому на сегодня как бы вот такой вот лучшей мерой защиты является вакцинация от гриппа. Да, вот получив вакцину, вы можете предотвратить или смягчить течение заболевания гриппом. После пленарного заседания состоялась работа секции, на которых более подробно были рассмотрены вопросы диагностики, клинико-лабораторные особенности различных инфекций. И все же главная работа должна проводиться в сфере профилактики, считают медики. Население очень должно быть хорошо информировано, как уберечься от того или иного заболевания. Почему? Потому что инфекции есть и будут. Они встречаются по всему миру. Да? Естественно, одно из важных направлений – это информирование населения. Информирование населения о том, как нужно уберечься от инфекции. На конференции также не обошли вниманием эпидемиологическую ситуацию по ВИЧ-инфекции в Казахстане, а также вирусных гепатитов. Стоит отметить, что мероприятие прошло в соответствии с поручением Министерства здравоохранения. Цель конференции – повышение уровня знаний врачей по диагностике и лечению инфекционных заболеваний. Андрей Тенжас, Улан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Актуальные проблемы охраны репродуктивного здоровья обсуждались на площадке дискуссионного клуба «Еркен ПКР» партии «Нур Отан». Медики, партийцы, молодые семьи, студенческая и рабочая молодежь обсуждали рекомендации и механизмы по решению проблем. Анализ результатов опросов молодежи свидетельствует о том, что в последнее время семья и семейные отношения резко теряют свою привлекательность. В нашей стране растет количество детей, которые живут и воспитываются в неполных семьях. Падает значимость и ценность счастливой семейной жизни. Из этого можно сделать вывод, что уровень, важная составляющая здоровья человека и общества, репродуктивного здоровья, за последнее время значительно снизился. И этот процесс продолжается. Об этом говорили участники дискуссионного клуба «Еркен ПКР». Вопросы репродуктивного здоровья сейчас стоят остро не только в нашей области, но и по всей Республике Казахстан. А сейчас делается акцент, чтобы у нас была повышенная информационная политика по улучшению репродуктивного здоровья нашей молодежи, потому что это наше будущее. И следующий год объявлен годом молодежи, поэтому мы проводим совместные всегда такие мероприятия. И сегодня будем презентовывать новый формат общения. Если для любого живого организма репродуктивное здоровье означает размножение, то для человека это понятие несколько шире. Это не только рождение детей, но и воспитание, отметили участники дискуссии.
Есть еще вопросы, здорового человека вы родили бы. И есть в этот весь процесс репродуктивного здравоохранения входит еще процесс воспитания и выращивания этих детей в дальнейшем, в целом. То есть, ну, различные социальные факторы, да. Поэтому здесь очень много вопросов у нас в государстве, и у нас вот в Карагандинской области в этом году очень так комплексно к этой проблеме отнеслись. В работе дискуссионного клуба приняла участие первый заместитель председателя областного филиала партии «Нур Отан» Кадиша Успанова. Будучи доктором медицинских наук, проблемой репродуктивного здоровья занималась последние 5 лет своей научной деятельности. В обсуждении также приняли участие специалисты Департамента охраны общественного здоровья, Центра ЗОЖ ТОО ТВКЗ-4. Были даны предложения для разработки рекомендаций по решению проблем репродуктивного здоровья. Самые интересные идеи будут представлены на рассмотрение компетентным органам. Андрей Теноман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. Интернет-конференцию проведет аким Карагандинской области Ерлан Кушанов. Онлайн-встреча на портале «Открытый диалог» состоится 23 октября с 15:00 до 18:00. Тема – социально-экономическое развитие Карагандинской области по итогам 9 месяцев. Для того, чтобы задать вопрос, необходимо зарегистрироваться на портале dialog.egov.kz. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Саубонгстер.